Алло. Да, набрал с этого самого. Ну, чё там? Чё, теперь я самое. Шарскрин запускай. Ну, я в Вот и прямом... все. Я вроде в прямом эфире. Да, ты там. Надо звук. Сейчас я. Да, я вижу комментарии, меня слышно. Да. Давай, скажи. Меня слышно? Вот я сейчас говорю. У нас уже 5 зрителей. Мы ждем еще. Напишите, пожалуйста, если меня слышно. Да, все, я тогда кладу трубку. Все, спасибо. Отлично. Отлично, друзья. Давайте потихонечку будем начинать. Нас уже 8 человек. А вот нас 7. Сегодня мы поговорим с вами о том, как вернуть свои деньги, которые Amazon вам должен. Вот. Меня зовут Михаил. Я являюсь сооснователем компании Sellerboard. Это самый точный сервис по анализу прибыльности для Amazon продавцов. И мы выпустили новую фичу, которая называется Money Back. Я хочу вам сегодня об этом рассказать. Соответственно, хочу прямо сейчас начать именно с того, что сделаю об этом презентацию. Говорю я так, с такими паузами, потому что еще наблюдаю, как у нас набирается какое-то критичное количество зрителей. Но давайте, семеро одного не ждут, поэтому будем потихонечку начинать. Значит, еще раз повторюсь, меня зовут Михаил, я сооснователь компании Sellerboard. В состав нашего софта входит как сервис анализа прибыльности, самый аккуратный, самый точный сервис анализа прибыльности для Amazon продавцов. Также в состав нашего софта входит автореспондер, то есть сервис, который поможет вам в автоматическом режиме отвечать всем вашим клиентам, писать и, как следствие, получать отзывы. Также у нас есть партнерский продукт Scout. Раньше это была часть нашей системы, теперь это отдельный продукт Super Scout. Всем, кто регистрируется в Sellerboard, мы даем доступ к этому продукту. Это трекер ключевых слов, это sales трекер, вот, и это review трекер. И вот в нашем семействе продуктов появился такой продукт, как Money Back. Значит, что это такое? Money Back – это сервис, который состоит из двух подменю: потерянные и поврежденные, то есть lost and damaged товары, и refunds – возвраты. Как это работает? Работает это достаточно просто и в то же время требует большой кропотливой работы с вашей стороны. То есть теоретически вы можете это сделать вручную, но, наверное, удобнее будет воспользоваться софтом. В любом случае, и для тех, кто из вас захочет воспользоваться нашим софтом, и для тех, кто хочет сделать вручную, эта встреча, надеюсь, будет полезна, потому что я расскажу досконально, как это все делается. И покажу вам вот таких вот два Excel, которые дает вам в автоматическом режиме программа, но вы их можете составить и вручную. Сейчас на экране вы видите отзыв одного из наших клиентов буквально несколько дней назад, и мы сразу его заскриншотили и решили использовать как заставку этого вебинара, потому что одному из наших клиентов удалось получить 1211 долларов от Amazon, и путем несложных подсчетов можно понять, что клиент нам платит 19 долларов в месяц за наш софт Sellerboard. Можно понять, что благодаря этому он уже окупил использование Sellerboard на 5 лет с хвостиком вперед. Итак, начнем. Значит, начнем, по-моему, с простого, а именно с возвратов. Значит, дело в том, что каждый из вас, продавая на Amazon, сталкивается с ситуацией с возвратами.
Возвраты, на самом деле, это, в общем, при наступлении этой, при происхождении этой хозяйственной операции, нужно понимать, что ее нужно разделить на две части. А именно, сам момент, когда ваш клиент говорит о том, что он хочет вернуть товар, и в этот момент Amazon немедленно возвращает ему деньги, да, списывая их с вас. И второй момент, это когда, собственно, товар, который он купил, возвращается назад на склад Amazon. Еще раз, возврат, саму хозяйственную операцию возврат нужно разделить на две части. Первая часть – это возврат денег покупателю. И второе – это, собственно, транспортировка от него товара на склад Amazon. Если с первой частью все понятно, то со второй есть нюанс. А именно, так происходит, что не все покупатели добросовестны, да, не все возвращают товар назад. Ну окей, Amazon-то предусмотрел, товар не вернулся, и Amazon отслеживает такие вещи и смотрит, что если товар не вернулся в течение 45 дней, то Amazon вам возмещает, собственно говоря, сумму за этот товар. Но происходит так, что иногда Amazon ошибается. Иногда Amazon ошибается, и получается, что деньги он с вас забрал, вернул их клиенту, товар на склад к вам не пришел, Amazon вам деньги за него не возместил, и вы просто попали на деньги и даже не заметили этого. Зайдя в отчеты о возвратах и зайдя в наше меню, вы здесь можете посмотреть подробное видео от моего партнера, сооснователя, вот, в котором также объясняет, как это работает. А также пошагово скачать отчет, который вы далее сможете с помощью вот такого вот нехитрого шаблона. Он сейчас на немецком, но если у вас, значит, англоязычный интерфейс, то у вас будет на английском. Если у вас не европейский, как здесь в демонстрационном аккаунте, а американский, у вас будет на английском языке этот шаблон. И вот этот текст вы отправляете, прикрепляя скачанный отчет, вы отправляете Amazon. Как выглядит этот отчет? Отчет выглядит следующим образом. Давайте его рассмотрим. И как я уже сказал, вы можете этот отчет, в принципе, сделать вручную. Для тех, кто присоединился к нам не так давно, не с самого начала, давайте я повторю, что мы обсуждаем новую фичу Sellerboard. Sellerboard – самый точный сервис анализа прибыльности для Amazon-продавцов. И в Sellerboard появилась новая фича Money Back, которая состоит из Money Back Returns и Money Back Lost and Damage. Да, возвраты и потерянные, значит, поврежденные товары. И вот сейчас мы с вами видим, какую таблицу дает в автоматическом режиме вам Sellerboard, и вы ее можете прикрепить к специальному письму, текст которого мы тоже для вас подготовили, и отправить в Amazon. Вот все, что вам нужно. Вам нужно открыть кейс, прикрепить, значит, этот Excel к письму и отправить в Amazon. И с большой долей вероятности, если ваш отчет не пуст и в вашем случае действительно Amazon ошибался, вы получите деньги назад. Что вы видите здесь в отчете? Вы видите здесь дату возврата, вы видите дату заказа, вы видите номер заказа, также название товара, то есть ASIN, SKU, его, собственно говоря, наименование, количество проданных единиц, на какую сумму была продажа, сколько единиц вернули, да. Далее вы видите, сколько было возвращено самому клиенту, то есть, соответственно, за 4 единицы клиенту вернули 47,75 евро. Сколько юнитов, то есть единиц, вернулось на склад FBA Amazon? Ничего не вернулось. Сколько дней с тех пор прошло? 192 дня. Вернул ли Amazon что-либо вам кэшем? Не вернул. Может быть, он вернул вам что-то самим, бывает так у Амазона. Если у него есть похожий товар, он может вам товар, который не возвратил клиент, вернуть, собственно говоря, аналогичным товаром.
и аналогичный товар он не возвратил. Соответственно, мы считаем данный случай ошибкой и показываем в этом отчете, рассчитывая estimated долг Амазона перед вами. И таким образом мы анализируем каждый возврат. То есть теоретически вы можете составить таблицу и сами, вот составив такую таблицу, вручную отслеживать, прошло ли такое количество дней, вернулся ли товар. То есть вся эта информация, в принципе, из разных отчетов селлер-центров может быть вами получена. Да? Но вручную это делать довольно дело кропотливое, и, наверное, все-таки проще воспользоваться нашим софтом. Я хочу обратиться к вам с просьбой писать обязательно вот здесь вот внизу комментарии с вашими вопросами. Кроме того, что я расскажу сегодня о Moneyback, я покажу еще несколько новых фич, которые есть и вышли за последние несколько месяцев в Sellerboard. Так что если есть наши юзеры или те, кто хочет ими стать, то обязательно советую вам остаться после того, как я закончу говорить о Moneyback. Итак, вторая часть – это значит, Moneyback Lost and Damage. Значит, в нашем софте вы заходите также в меню Moneyback, меню «Потерянные и поврежденные». Вот. И здесь, пройдя по этой инструкции, вы также скачиваете отчет, также получаете определенного рода шаблон. Если вы продаете на американском рынке, он будет на английском языке. Вот. И получаете вот такой вот отчет. Как работает он? Он работает следующим образом. То есть по каждому продукту система анализирует. Здесь немножко сложнее. Дело в том, что Amazon в отчетах, которые мы используем, не говорит нам о том, то есть он говорит о том, что какой-то товар был потерян. Ну, как бы он говорит, какой, да, вот этот товар был потерян. И вот ID, собственно, этого события. Такого-то числа он был потерян. Какого-то числа он был найден, обратите внимание. Но мы не знаем, был найден вот именно этот товар, который был потерян, или просто товар такого же вида, да, мы точно не можем знать. Соответственно, система отслеживает все случаи: потерян, найден, поврежден, возмещен, складывает все эти цифры, да, ну, часть из них складывает, часть вычитает, то есть вычитает, естественно, lost, damage, складывает то, что было найдено, и то, что было вам возмещено, проверяет, прошло ли 30 дней с того момента, это очень важно, с того момента, потому что есть еще и pending, то есть товары, которые, значит, находятся, ожидают возмещения. И если за данный период программа обнаруживает, что математика не сходится, да, то есть у вас было больше потеряно, чем найдено, то, опять-таки, данный товар и вся, вот очень важно, что не просто товар, а товар со всей вот этой историей, transaction ID, помечается как, значит, проблемный и может являться основанием для обращения в Amazon для разбирательства. Возможно, у Amazon будут там по одному из этих товаров какие-то комментарии. Возможно, нет. Но у вас уже есть основания для того, чтобы обратиться в Amazon. И я повторюсь, что многие из наших клиентов, воспользовавшись этими двумя отчетами, уже вернули сотни долларов. А есть, вот как в этом скриншоте, люди, которые вернули и $1000. Вот. Поэтому я вам очень советую, если вы еще не зарегистрированы в Sellerboard, то я вам советую сделать это, вот, попользоваться, пройти trial period, встать на сопровождение и, соответственно, получить доступ к Moneyback. Также сегодня, как я уже говорил, я хочу рассказать о нескольких крутых фичах, которые появились у нас за последние несколько месяцев. Первое, с чего я хочу начать, это раздел настройки. У нас появился раздел пользователи. Он был и до этого, но сейчас он снабжен управлением правами. То
То есть теперь по каждому пользователю, которого вы добавляете, вы можете управлять правами. Это изумительная штука, потому что у вас, возможно, есть партнеры, с которыми вы работаете, и вы через ваш аккаунт продаете какие-то товары вместе с ним, какие-то товары нет. Вы можете настроить доступ к своему аккаунту для вашего партнера, да, при этом ограничить его доступ по конкретным товарам. Внимание, вы можете ограничить доступ не просто по каким-то меню, да, там показать, там спрятать автореспондер, показать что-то, там money back и анализ прибыльности там, и так далее. Вы можете сделать так, что система отфильтрует весь дашборд только по этим товарам, и он увидит информацию только по ним. Это замечательная штука. Кроме того, там, если у вас работает бухгалтер, вы можете там выключить ему возможность редактирования, и он будет смотреть в режиме только просмотра, собирать нужные для него данные. Вот. А если вы там пользуетесь QuickBooks, то скоро там у нас будет синхронизация автоматическая реализована. Дальше. У нас появилась отличная возможность настраивать стоимость пересылки для FBM продавцов. На этом не буду долго останавливаться, потому что в основном все торгуют через FBA, но тем не менее. Причем вы можете задавать как автоматическую, и мы будем сами определять стоимость FBM пересылки. Об алгоритме вы подробнее можете рассмотреть в нашем видео на нашем YouTube-канале. Заходите на YouTube, пишите Sellerboard, там есть масса интервью и с интересными людьми, а также масса обзорных полезных видео о наших фичах. Так вот, также вы можете указать значение за пересылку и за пересылку за границу, общее, которое будет применено для всех товаров. Если же вас не устраивает применение общего принципа для всех товаров, вы можете проставить стоимость пересылки для каждого товара. Если вас и это не устраивает, то вы можете ее настроить в разделе «Заказы» по каждому заказу. Дальше. Значит, в таблице с товарами у нас появилась такая штука, давно просили, как конфигурация. Вы можете прятать и показывать любые колонки, которые вы здесь видите, да, ну, кроме первых двух основных, да, вот, а также у нас появились дополнительные параметры, да, и вы можете настраивать как хотите, у нас появились ROI, BSR, процент возмещений, значит, все это просили наши пользователи, мы все это добавили, и вы теперь можете собрать здесь себе такую таблицу, как вам, собственно говоря, удобно. А также обратите внимание на группировки. То есть мы добавили возможность группировать ваши товары по парентам, по маркетплейсам, по брендам, по каналам. И для того, чтобы возможность анализировать ваши продажи была еще более полной. Дальше. Последнее, не такое крупное, наверное, но тоже очень важное, в разделе отчеты теперь нет никаких ограничений по периоду. Если раньше вы могли задавать только там на несколько месяцев, теперь вы можете задавать на неограниченный период, хоть на год, хоть на два. И после того, как вы запустите любой из этих отчетов за любой выбранный вами период, вы увидите вот такую табличку. И даже если отчет будет выполняться довольно долго, вам нет необходимости ждать. Вы просто нажимаете «Отправить», здесь будет ваш e-mail, и вы получите этот отчет к себе на e-mail, как только он будет готов. Это очень удобно, не ждать, и мы рады, что мы опять-таки прислушиваемся к вашим мнениям и пожеланиям. К сожалению, мы не можем выполнить их все и сразу, но хотим сказать, что наша программа постоянно развивается, и кто следит за этим, знает, что там год назад у нас был анализ прибыльности, полтора года назад, там, год назад или там, чуть меньше даже, там, месяцев 8, у нас появился автореспондер и скаут, то есть целый набор трекеров. Там, несколько месяцев назад у нас появился MoneyBack, скоро у нас появится eBay Connector, а также PPC дашборд и автобидинг. То есть мы постоянно добавляем новые крупные фичи, но даже несмотря на это, мы не забываем о мелких просьбах и постоянно каждый из этих
наших фич, стараемся дорабатывать. Вот, например, сейчас вспомнил, что мы на уровень компании добавили вот процент, например. Вот, и мы стараемся слушать наших клиентов и постоянно, постоянно дорабатывать нашу систему так, чтобы она становилась все лучше и лучше. И надеемся, что вы это цените и остаетесь с нами, а также делитесь информацией о нашем продукте с вашими друзьями. Собственно говоря, это все, что я хотел сегодня рассказать. Довольно короткий такой вебинар. Повторюсь, сегодня речь у нас шла про новую фичу Moneyback. Благодаря этой штуке вы можете найти те кейсы, в которых Amazon должен вам денег. И с помощью простого шаблона и простой системы, значит, определения этих случаев, вы можете создать кейс в Амазоне и попросить деньги назад. И в большинстве случаев вы, несомненно, найдете способ их вернуть. Таким образом, вы можете найти все это в разделе Moneyback, потерянный, поврежденный и возврат. Если вы вдруг пропустили этот вебинар, либо он показался вам неполным, вы можете посмотреть вот эти два видео от моего партнера, сооснователя Sellerboard и почерпнуть еще больше информации об этом. Спасибо всем большое. Надеюсь, информация была полезна. Вам доброго вечера, больших продаж. Пока-пока.